Уже прошло несколько дней, как ушла в мир иной Нина Верхолётова, наш знаменитый тренер по плаванию. На прощание с ней около бассейна собралось достаточно много словечан. Были хорошие слова, интересные мысли. Так часто бывает. Говорим комплименты, но с опозданием. А сегодня появилось желание напомнить несколько интересных идей с того дня воспоминаний. Во-первых, дать бассейну имя в честь двух первых тренеров по плаванию в Славутиче – Нины и Валерия Верхолётовых. Они честно это заслужили. Проводить ежегодный турнир в память о тренерском дуэте Нине и Валерии Верхолётовы. Так дольше сохранится память о них. Наша телекомпания готова выступить одним из спонсоров этого турнира. И теперь, обращаясь уже к депутатам и местной власти, все же найти деньги для приобретения необходимых элементов для запуска установки по подогреву воды в бассейне «Лазурный». И пусть бассейн станет работать круглогодично, как об этом мечтала Нина Верхолётова. Мы желаем, чтобы мы следующий год начали плавать в сентябре. Три простых вопроса для решения до конца года. В память о хорошем человеке, тренере, славутчанине, Нине Верхолётовой. Да, и чтобы через год мы не забыли об этом, пока еще помним. Давайте решим эти три простых задачи.